страдают без родника. На популярном казанском роднике во Владимире вышел из строя дальний каптаж. Вода перестала течь из обеих труб еще в новогодние праздники. Теперь жители города вынуждены стоять на морозе за водой к каптажу рядом с лестницей. На роднике постоянно очередь и рано утром, и днем, и поздно вечером. Несмотря на это, желающих запастись родниковой водой меньше не становится. К слову, самые длинные очереди казанский родник собирает в выходные и вечерами в будни. Ездим на родничок два раза в неделю. И приходится стоять, вот видите, какую такую, ну, достаточно длинную очередь. А по выходным мы вообще не стараемся сюда не приезжать, потому что стоять приходится по часу, да. В очереди стоять не хочется. Вот сейчас тепло, а холодно-то. У меня муж даже вон ночью ходил. Придет ночью, нальет, пойдет. Народу ночью нету. По словам руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий Ольги Конищевой, авария, вероятнее всего, случилась из-за мороза. Треснул шов между двумя бетонными кольцами колодца. И теперь вода льется не из трубок, а через щели. Ольга Конищева пояснила, к ремонту специалисты готовы. Им придется вскрыть крышку каптажа и откачать воду, а затем искать место разрыва и цементировать. Вот только сейчас сделать ремонт нельзя. А на сегодняшний день мы ничего не сможем сделать в силу погодных условий. Вот мы ждем потепления, и как только наступит более-менее хорошая погода с положительной температурой, то мы обязательно его починим.